В части Тихого океана проснулся подводный вулкан. У него даже названия нет. Геологи подзабыли, что он вообще существует. Так давно не было извержений. Ну вот теперь над водой столбы дыма. Они поднимаются в воздух на километровую высоту, при том, что кратер вулкана находится на глубине нескольких сот метров. По словам ученых, соседние острова пока вне опасности. Единственные местные пляжи завалят черным пеплом, а это может оказаться серьезным ударом для туриндустрии островного государства. Район, в котором находится Тонга, считается сейсмически опасным. Подводных вулканов там десятки, землетрясения и цунами там тоже не редкость.